В Апатитах побывал исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, полковник юстиции Андрей Ефремов. Он провел прием граждан по личным вопросам. Такие приемы руководитель областного следственного управления проводит регулярно во всех городах области. Это необходимо для более эффективного обеспечения защиты прав граждан. Любой человек может обратиться с волнующим его вопросом. Граждане обращаются совершенно по разным вопросам. Мы в обязательном порядке. Это как и по вопросам предварительного следствия, по вопросам проведения процессуальных проверок, так и по вопросам, относящимся не только к нашей компетенции, а к компетенции других ведомств. Вот. Мы в обязательном порядке принимаем всех граждан. Но если это обращение действительно относится к подследственности не нашей, а другого ведомства, мы направляем их для рассмотрения по существу в соответствующий орган. В Апатитах приемы главного следователя области пользуются спросом. Ведь их основная цель – оперативно отреагировать на полученную от граждан информацию. Говорю о первый раз и посмотрим, что получится. А кто посоветовал? Знакомый. То есть, а он уже ходил на такой прием? Ну, как бы, да, человек уже связан. Угу. Ему помогли? Да. График выезда руководителя размещен на сайте Следственного управления. Кстати, обратиться туда можно разными способами. Ведомство стремится к максимальной открытости и доступности для граждан. Сейчас гражданам доступны все связи, так скажем, с нами. Это и прием граждан, и телефон доверия, также возможность направления обращения через интернет. То есть мы хотим, чтобы граждане были более доступны к нам. Поэтому также телефон доверия работает в круглосуточном режиме, без праздников и выходных. То есть возможно дозвониться в любое время суток к нам и сообщить о каком-либо, подать свое обращение. Номер телефона доверия 8 921 040 07 04.